Я считаю, что все мужчины в жизни женщины – это цветы. Цветы, правда, разные бывают, ну, что поделаешь. Бывают красивые и нежные, как тюльпаны. Бывают самовлюбленные, как нарциссы. Но давайте будем честными, девочки. Любим мы почему-то грубых и колючих кактусов. Никуда не убежишь от жизненных реалий, что называется. И на эту тему у меня есть прекрасное сатирическое сочинение. Я очень-очень сильно люблю замечательного поэта-сатирика Игоря Губермана. Он пишет такие, знаете, ежедневные гарики, что называется. Так вот, один из них. Душа у женщины легка и вечно склонна к укоризне. То нет в жизни мужика, то есть мужик, но нету жизни. Что-то одно надо выбирать. Так что, дорогие мужчины, одноименная песня посвящается.